Привет всем, мои дорогие подписчики. Сейчас я реакцию еще сделаю на клип Соболева. Посмотрим, что он там приготовил. Я еще даже ее не смотрел. Привет! Перед китайцами. Вот изменения просят у всех. Вон дальше. Я призываю всех оскорбить какие-то нации. Кто здесь? Соболев отец. Ну-ка покажите, кто там хочет попиздеть. Слава с тобой хочет пообщаться, мой хуй. Он красивый, как Замай. Толстый, как СД. Твой рэп гадок, ты ебать, Eminem, если... Читайте, блогеры все перешли на рэп. Почему на панк не переходят? Сейчас все на рэп. Надо на панк переходить. Моем дальше. Надо порамсить, я жду на BPM. Не вышел на батл, умрешь петухом. Интересно, что на это сказал BPM. Давно избегаешь опасные батлы. Блогеров тисишь в погоне за феймом. Сам уже стал тем, кого презирал ты. Лучше бы прям сдох ебущим ноунеймом. Мы выйдем на батл, Соня, тебе не... Какие-то ноунеймы, я даже не знаю, но рэперы знают. Ну, кто знает, только ноунейм, напишите нам внизу. Будет мало после батла, мы выйдем, я разобью твой ебало. Тебя брошу больнее, чем твоя телка шалава. Потом размажу об землю, пол это слава. Твои друзья тебе не помогут, ведь ни один из них не стоматолог. Я пробью твой блог, будто телеграм, рэп-видеоблог. Я в нем Иван... Ну да, он карате занимался этим, блять, еще качался. Он, наверное, водой обливался. И потом съебался. Для меня все это изначально потеря. Ведь ты не вывез даже усача из успеха. Винит меня в хайпе на телеке здорово. Забавно это слышать от сучки Киркорова. Я изнасилую тебя, меня не надо защищать из-за Шурыги. Но ведь ты не видишь свою мать, это хуевая история. Ты мне не соперник, это хуйня историческая. Ведь Николай Первый. Нет, так рэпушник прикольный. Хотя я не рэпер. Тебе нахуй фак, жирный пидорас. Эй, гнойный, я услышал твой крик о помощи, гребаный ты кремлебот. Вот только не надо, как всегда, сосать члены и говорить. Это пустырония, я просто стебусь над членососами. Увидимся на батле. Легендар, ну пожалуйста, ну возьми камеру нормально, ну выбери ракурс, ну тебе не надоело так диссы снимать? Да-да-да, Коль, сейчас, секундочку, только подрасту на метр. Блять, господи, Эльдар. Ха-ха. Все. А, Эльдар это этот, там, чувак, короче, прикольный, который... Айфоны там это... Ладненько, если вам понравилось это, жми класс, лайк. Подписывайся. И главное, чтобы у тебя было все хорошо. Ладненько. Пока, удачи. И пиши мне всякую хуйню. Мне как-то похуй.